Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и я продолжаю собирать образы из одежды, купленной в секонде. В этот раз образы будут на основе вот этой моей новой покупки юбка. Летняя юбка. Села мне идеально, свободная, легкая, очень комфортная юбка. Ну и, конечно, черный цвет предполагает множество вариантов, так что давайте приступим. Юбка из натурального катона, сейчас покажу. Вот так обработка в грубом таком стиле выполнена, очень свободная юбка на подкладе. Компания мне неизвестная, но взяла, потому что она мне просто хорошо села по фигуре. И сейчас покажу. Обработка внутренних швов хорошая, в общем, по качеству претензий нет. Ну и главным аргументом к этой покупке все-таки было то, что это юбка из натурального катона, то есть вот стопроцентный катон и подкладочная ткань, и внешняя ткань, тем более это юбка индийская, в общем... Черная, классическая. Думаю, что долгие годы подобные юбки у вас уже служат. У меня есть похожая юбка, но розового оттенка. Но черный вариант, как сказать, такой классический. К этой юбке я подобрала блузу и бижутерию, конечно, под жемчуг. С одной стороны, как бы качество, вернее, стиля немножко спорящие, но вот этот черный горох все-таки поддерживает цвет юбки, и это Карл Лагерфельд, моя тоже покупка из секонда, показывала, когда нашла я эту чудную блузку, идеальные швы, все изнутри выполнено просто великолепно, все швы внутренние выполнены как бельевым швом, и состав это полиэстер, но очень качественная, приятная ткань, летящая такая, тяжеловатая. Ткань создает очень хорошую форму, во всяком случае держит. Ну и, конечно, классический рисунок на таком розовом припыленном фоне черные горошины. И тут вот перламутр, пожалуйста, и в пир, и в мир можно эту блузку выгуливать. Подобрала к этой блузке также и браслет. Это тоже натуральный жемчуг разного оттенка, так, чтобы немножко сочетался и с юбкой. Ну, вот такой образ получился. В этом образе я использовала обувь Мюли, ну, шлепанцы, просто, проще говоря, Стив Мадден, тоже найдены были в секонде. Кстати, использую я их довольно часто, они комфортные, удобные, мягкие, и решила поддержать блузу вот этими горошинами на обуви. Решила усложнить этот образ, добавить черный жакет, легкий летний. Ну, думаю, что такой немножко образ немножко закрытый получился. Ну, мне кажется, немножко скучноватый. Сейчас я вижу вот перед камерой, и если взять черную юбку, то образ прям очень скучный. Я бы сказала, даже ну, такой мрачноватый получается. Ну, независимо, скажем, от формы сумки, как говорится, смысл не меняется. Я думаю, что сюда нужно какую-то яркую сумку, может быть, даже совсем не подходящую в тон. Следующий образ решила такой в морской стиль, морячку поиграться. Вот такая блуза, это Ralph Lauren. Тоже очень интересная такая блуза, тоже найдена в секонде. Решила я немножко создать форму с помощью ремня, натуральный ремень, тоже очень качественный, тоже все аксессуары, бижутерия, все найдено в секонде. Сережа очень активно в этом ролике будет принимать свое участие, так что давайте будем просто любоваться, и забавное его поведение будет поднимать, надеюсь, настроение вам тоже. Обувь тоже поменяла, тоже шлепанцы открытые, на с легкой такой танкетки на подошве. Ну, как вы считаете, что в этом образе так, что не так? По-моему, очень лишними тут оказались вот эти жемчужины. Сережа тоже со мной согласен, думает, что бижутерия сюда не подходит, и думаю, что сюда нужно подобрать что-то более такое акцентная, либо черная, либо белая. Но в морском стиле подобрала к этому образу браслет. Вот такой морской узел. Сочетание белого и желтого металла. Фурнитура на блузе желтого цвета. И так как сочетание желтого и белого металла, я решила все-таки подобрать вот такие классической формы серьги. Ну, тоже что-то такое в морском каком-то крученом
узле в стиле вот в таком эти серьги выполнены, но можно что-то и поменять. Сережа тоже хочет что-то тут поменять или, возможно, просто хочет, чтобы вы на него тоже посмотрели во всей красе. Он такой интересный кот. Так, ну и давайте что-то, да, попробую взять сумку белую. Это Лиз Клейборн, сумка из натуральной кожи, тоже в секонде найдена. Ну, как сказать, акцент в этом образе попыталась я сделать на белый цвет, но я думаю, что тут нужно и обувь поменять, и бижутерию, чтобы, как сказать, собрать более такой завершенный образ. Сейчас попробую поменять обувь. Да, вот белую обувь в этом образе я использовала. Тоже обувь найдена в секонде, практически за копейки. Но мне кажется, вот более-менее образ собирается. Еще несколько деталей, и образ, думаю, соберется. Вот близко показываю вам эту обувь из натуральной кожи. Удобная, комфортная, ношу второй сезон. Очень хорошо сочетается, если у вас в гардеробе есть белая обувь и белая сумка, то можно, как говорится, посередине варьировать разные образы. Белая обувь, конечно, она очень актуальна. Попробую поменять бижутерию на более акцентную белую. Взяла серьги металл покрыт эмалью. Кто не знает, у меня есть канал по винтажной антикварной бижутерии. Сережа возмущается. И все образы я показываю в своем кабинете винтажном. В этой комнате собраны все предметы из антикварных, так сказать, магазинов. И все, что найдено было, все я вам показываю на своем канале «Винтаж» Ксана, Оксана Гудвин. Можете зайти посмотреть. Сережа там тоже очень любит все это дело. И тоже ему тоже очень нравятся все эти украшения, вся бижутерия. В общем, сегодня он прям очень-очень даже активен. Но ему тоже нужно уделить внимание, так что свою порцию любви и ласки он тоже получает. Ну вот, усилила я этот образ белыми аксессуарами, бижутерию белую более акцентно подобрала. И в этом варианте, думаю, вот образ собрался, наконец, завершенным оказался. Напишите, что вы думаете по поводу вот этого образа, как вы считаете. Ну, я считаю, что бижутерия играет огромную роль, и некоторые образы может просто акцентировать, сделать более интересными. В этом образе поменяла блузу. Это футболка из такой плотной ткани с ниткой люрекса. И оставила эту же бижутерию. Думаю, она сюда неплохо вписывается. Поменяла обувь. Да, решила взять сумку. Ну, вот классический вариант, конечно, черная сумка с черной обувью. Вполне себе такой классический выбор. Обувь в этом образе тоже непростая. Это натуральная кожа. Сол как-то там называется. Но в интернете посмотрела. В магазине эта обувь стоит, начиная от $45. Мне она досталась буквально за $2. 2-3, не помню уже. Ну, в общем, часто использую. Кстати, очень удобная, мягкая кожа и необычный такой дизайн. Что вы думаете по поводу дизайна? Такой, действительно, очень даже необычный. Решила выбрать браслет к этому образу. Вот доберусь до черно-белого браслета. Этих стоек с браслетами у меня много довольно-таки. В общем, труда составляет, чтобы что-то достать и вспомнить, где что находится. Вот черно-белый браслет сюда, думаю, хорошо подходит, вполне себе оживляет. Вот такие мелкие детали отвлекают и, конечно, акцентируют, делают образ более собранным. Что вы думаете по поводу вот этого образа, обычного городского образа? Попробовал поменять сумку, да, и чтобы немножко оживить образ, взяла серую бархатную сумку из натуральной замшевой ткани. Бархат, не бархат, а замша, натуральная замшевая кожа. И думаю, что вот образ более такой интересный стал. Ну и можно, конечно, какую-то сумку более яркую к этому образу подобрать. Что вы тоже думаете по этому поводу? Пожалуйста, напишите. Взяла также вот такую сумку от, по-моему, это Кельвин Кляйн. И с принтом сумка серого цвета. Ну вот как-то думаю, что более так
акцентно стал образ выглядеть. Ну, сумка на себя внимание привлекает. Можно, конечно, с сумками поиграться в этом смысле. Следующий образ хочу представить вашему вниманию. Подбираю прям вот как раз бижутерию к этому образу более активную. Блуза, по-моему, тоже Карл Лагерфельд, тоже куплена, по-моему, в прошлом сезоне. Ношу эту блузку редко, честно говоря, но она такая яркая, активный цвет очень у этой блузки. Попробовала заправить, по-моему, так немного лучше. Напишите, как вы считаете, стоило бы мне ее заправлять или нет. Но вот такой образ получился. Хочется, конечно, добавить яркую сумку. У меня есть сумка, идеально подходящая по цвету к этой блузке. Так что думаю, что вот такой образ собрался. Да, здесь вижу, что браслет, наверное, стоит поменять. У меня есть более подходящий к этому образу браслет. Ну, вот такой сплошной черный браслетик. Думаю, что сюда хорошо подходит. Напишите по поводу бижутерии, что вы думаете. Я как-то вижу, что сейчас спорно немножко вот это колье выглядит. Может, стоит сюда что-то более облегченное добавить. Решила оживить образ и подобрала жилет на подкладе, такой плотненький. Я думаю, что если слегка прохладно будет, можно его все-таки использовать. И опять-таки, если взять вот яркую сумку, то как-то более выигрышно выглядят. Вот вертикальные линии, они все-таки удлиняют фигуру, устранят. И думаю, что как вариант вот с жилетом тоже выглядит неплохо. Напишите также свое мнение по поводу вот такой детали, которую я попыталась добавить. Следующий образ. Поменяла блузу, оставила бижутерию. Сейчас вижу, что пайетки на блузе и вот яркое колье не подходит. Думаю, что сам рисунок уже, как говорится, украшает образ. Взяла сумку. Сумка от Michael Kors, натуральная кожа, слегка с блеском, с таким тоже. Ну, такой коричнево-золотой оттенок сочетается с блузой. Мне кажется, что как вариант вполне себе может быть использован. Решила поменять обувь к этому образу. Сейчас увидите, что из этого получится. Взяла обувь на каблуке, вот из прошлого своего образа. Ну, он такой более, скажем, не сказать праздничный нет, но что-то такое все-таки получилось. Опять взяла этот же жилет, удлинила с помощью вертикальных линий и слегка утончила, подняла себя на каблуки. В общем, что вы думаете по поводу вот этого варианта? Как вы считаете? Мне кажется, вот этот вариант, ну, вполне себе неплохо смотрится. Ну и следующий образ, в котором решила я похулиганить, поиграть, пришел Стикерс тоже. Без его как же тут может все обойтись? Это тоже котик. Свитшот взяла яркий, и вот такая юбка, мне кажется, тоже неплохо выглядит. К этому образу подобрала белые кроссовки. Тоже есть такой элемент оранжевого и что-то вот такого. Но кроссовки тоже найдены за копейки, так что люблю спортивную обувь в том числе. К этому образу можно взять, конечно, яркую сумку. Мне кажется, вот зеленая с желтым тоже неплохо сочетается. Именно вот в этой, скажем, в этой цветовой гамме и с этой, скажем, интенсивностью цвета тоже хорошо смотрится. Ну и, конечно же, как такой универсальный вариант, это белая сумка. Из прошлого образа сочетается хорошо с белыми кроссовками, и мне кажется, вот этот образ тоже вполне себе может быть. Напишите свое впечатление, что вы думаете по тем образам, которые я сегодня вам предложила вместе со мной собрать. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.